Вода в подвал льется с начала лета. У многих жителей 87-го дома по проспекту Ленинградских в квартирах начали отсыревать стены, появились насекомые. Мы живем на первом этаже, и то есть вот как вот эта влага стоит, и комары начинают, как только снег спадает, комары начинают летать, и до самых этих морозов. И все, комары, и влага, это все в квартиру. Жители дома не раз обращались в управляющую компанию, но там чинить трубу отказываются. Этот трубопровод транзитный, от него питаются несколько домов вагонки. К общей инженерной системе этой многоэтажки не относятся, говорят коммунальщики. И тратить денежные средства жителей, поступающие в компанию от уплаты за текущий капитальный ремонт, они не имеют права. Мы написали письмо в водоканал НТ, откуда получили ответ, что данное имущество не принадлежит, не находится в аренде у водоканала НТ. И нам посоветовали обратиться в комитет по городскому хозяйству. То есть данного ответа мы оттуда не получили. Сейчас большая течь устранена, на трубе установлены хомуты. Но ситуацию это не спасет, говорят управляющие компании. Необходимо полностью заменить трубу, а это порядка 25-30 метров от одного колодца до другого. Если трубопровод не починить, без холодной воды могут остаться жители нескольких домов вагонки. Анна Кизилова, Вадим Усков, Сергей Иванов.